Табаляки увеличили долю собственных доходов. Такой вывод накануне сделали депутаты Тобольской думы, изучив отчет по бюджету города. По данным, за первый квартал этого года налогов от физических лиц поступило в городскую казну на 25 миллионов больше, чем за прошлый аналогичный период. Кроме того, со 100 тысяч рублей до 11 миллионов выросли за год отчисления иностранных граждан. Прибывая в основном на строительство завода «Запсибнефтехим», все они покупают патент на работу. Усилен также контроль за сбором платежей за аренду земли. Доходы от аренды земли на 13 миллионов увеличилось. Начала на другом уровне работать комиссия. С декабря по текущий год, по апрель месяц, заслушано было более 400 должников. Старые долги 5 миллионов даже погашены, не говоря уже о текущих. Рост поступлений снижает нагрузку на областной бюджет. Как известно, Тобольск – город дотационный. На 75% финансируется регионом.